путь с оружием приводит к тому, о чем мы сегодня с вами говорим. Это говорю я, человек, который родом из Донецка, который смотрит в глаза тысячам людей, которые с угрозой для своей жизни спускаются в шахту, восстанавливают энергоснабжение по минным полям Славянске и Краматорске сегодня. Можно по-разному рассуждать к этому призыву. Любая война заканчивается миром. Но путь к этому миру сегодня кровавый. На этом пути гибнут мирные люди. В Донбассе трудовой народ, достойный народ, мирный народ. И когда появились первые люди с оружием и техникой, мы высказали свое мнение по отношению к оружию, к людям с оружием, мирным протестом. Гудок – это тревога. Это форма нашего мирного протеста. И наши люди, которые работают на шахтах, на станциях, не хотят брать оружие и воевать. И сегодня есть пример Мариуполя, который сегодня мирный город. Когда там появилась военная техника, люди вышли на улицы против оружия, против техники. Своей позиции гражданской они смогли отстоять город от разрушения, от убийства мирных людей, от тех трагедий, которые ежечасно происходят в Луганской и Донецкой области. И это наш путь. Поэтому от себя лично, от тысяч людей, которые работают на наших предприятиях. Я обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Нам нужен мир. Донбассу нужен мир. Мы хотим, чтобы этот мир наступил немедленно, а не после операций, убийств и трагедий.